До 2030 года все населенные пункты должны быть газифицированы. Программа, объявленная президентом, реализовывается в городском округе Серпухов по поручению губернатора Московской области. Сегодня в администрации прошла встреча по вопросу программы газификации. Чтобы выработать механизмы решения вопросов, на встречу пригласили начальников территориальных отделов и собственников частных газопроводов. Возникает вопрос по тем населенным пунктам, которые у нас сейчас фактически являются газифицированными, проложены газовые трубы, но не находятся в нашей муниципальной собственности или ресурсоснабжающих организаций, находятся в вашей собственности. В ходе встречи предложили варианты решения вопросов, в том числе и для собственников частных газопроводов. К диалогу присоединился начальник Серпуховской районной эксплуатационной службы Александр Гориненко. Каждая заявка по программе социальной газификации будет отработана. От администрации муниципалитета этот вопрос курирует Татьяна Халтопина. На формирование списков по каждому населенному пункту есть неделя. Сроки максимально сокращены, чтобы к 2023-му голубое топливо появилось в каждом доме. Всего в городском округе около 6500 домов в 66 населенных пунктах планируют газифицировать до 2023-го. Для жителей самый простой вариант – подать заявку на газификацию через госуслуги. Расчет стоимости подключения есть на сайте Мособлгаза.